Try on. Try. Давай. Боже. It don't hurt anymore. Я вас жду. Ваня? 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 Не надо! Не делай глупости! О, а-за-за-за-за-за-за. Ух ты! Так, вот это сложно. Так, надо все посмотреть. Это вот надо вот так вот. Тю-тю-тю-тю! Пидор! Иди сюда! Убийца! Ой, тебе повезло. Я не кекс. Фин, Саня! Саня, фуль кекс, блин. Мне понравились такие два этих пирожки. Поехали дальше. Так, а, это я, прости. Какого хрена? Так, так. О, видишь, видишь, нет, это оптим. Нет, нет, подумай, подумай, охуенный. Ой, так. Не, этот. Ты. Колонки две. И этот, буфер, говно. Теперь. Конечно, теперь каждая игра терка в кинотеатрах. Я как-то недавно включался с таким звуком Uncharted, так и вообще там, хоть кройся. Взрыв на полквартиры, и потом вот этот... Вань Дрейк такой, ааа, что происходит? Хотя, как бы, мы вообще недалеко не самый шумный сосед. Ну, обычно днём там по четверочку играю, типа, вроде все довольно комфортно. Что-то, по-моему, я без подсветки лучше играю вообще. Что-то кажется, да. Ну, окей. Ну, последний раз не повезло. Идеальная позиция. Упс. Все. Так, тихо, запуск, я уже почти запуск, приехал. Запуск. Нет, все, уже не запуск. Вот. Здесь будет запуск. Вот здесь. И зачем-то вы столковались в одну точку. Давай, запуск! Дрюня, дрюня, самое то, самое то. Смысл? Давай, дрюня! Серегу! Вау! Ничего себе! Серега говорит, он сам такой улетел. И дрюня тоже улетел. Нормально. Вопрос, почему ты? О, Саня, привет! В смысле? Я только заметил, что ты у меня. Я с тобой уже сижу, наверное, полчаса. Ну, я слоупок. Привет, Ваня! Так, Фен, всего один вопрос. Скажи честно, у тебя в кармане есть пули, на которых написано мое имя? Потому что, может, тебе их сейчас расстрелять все сразу, чтобы ты меня потом не убивал. Окей. Не, а тут мы сейчас будем... Вообще, как тут время идет? Я что-то... Нормально. А тут вообще бита, ночь есть? Мы уже как бы 30 раз были, где попало. Да, тут ночь есть. Да, я весь въебал. Хотел, короче, сейчас вас пострелять. Да-да. Нельзя. А, мы же все в одной этой самой вроде, да, нет? Имя. Фен. Подойди сюда, пожалуйста. Какая кнопка на... А, нет, все в порядке. А, нет, не в порядке. Нет, в порядке. Нет, не в порядке.
А как направление? На L3 нажми. L3. Так он не взлетит? Или нет? Он стартанет. А, о, не, а, я думал, там рванет, он ничего не делает. Твою мать! Он не ту L3 даже. О, я вижу, кто-то рядом со мной. Серега! Выходи! Было бы забавно, если бы ты меня сбила. Это было бы... Это было бы очень виново. Да? А где второй? Второй был вот рядом с тем домом, к которому я сейчас иду. Опа! Ёп, господи боже! А, вижу! Ни один не попал! А где? Это просто вообще феерично! Ей, я опять обосрался! Ура! Сейчас. Туалетную бумагу принести? Ой! Я так понимаю... А, фен вместе со мной, да? Знаешь, это слышишь такой, ой-ой-ой-ой, поворачиваешь камеру, где 5 секунд был, это, 5 секунд надо было Ваня, а там его уже нет. Так тут, там не просто секунду, там миллисекунду назад я был, а сейчас уже нет. Да. Я был, и вот меня и нет. И ракета летит в закат. Мы внутри круга. Единственному зданию. Мы, да, мы к нему поползем, мы не будем в трубе. Типа, я не знаю. Ну, типа, надо нам к нему, да. Просто сейчас я все к нему будут ползти. Ну вот именно поэтому, может, мы не будем к нему ползти. Ну а как ты думаешь? Валяться в траве, жить. Пока вас не видят. Я согласен с Дрюней. Ну давай попробуем. Ну, если их чему-то идут все, то, наверное, лучше дать им. Пусть уже там сами идут, туда. Самый хитрожопый момент это было бы залезть вот в этот вот грузовик и там лежать. Потому что никто не засматривается в грузовике, что происходит. Как долгие прямые. Я просто видел, как один человек так где. Я как бы на самом деле не сильно прям вот верил, да? На 190 палят. Чел со 120 теперь бежит. В сторону дома, в сторону круга. Как ты его увидел? Я вообще там никого не вижу. Он там бежал, вот если ты посмотришь на моей карте, стол и вот. Ну, он так у себя будет бежать по итогу. Через поливалки вот эти вот, которые там огромные? Не знаю, может быть вон там. Вон там залез. На 170 чувак подошел к дому вплотную уже. И на 190 еще, по-моему, двое. Так, на 170, да, чел есть. Чекет. Ох, блять, это будет. Дрюнь, скройся за этот самый за грузовичок, чтоб тебе. Скройся. Мне понравилось просто. Так. Нихера, он прямо перед нами, ты как чужой. Тихо, Дрюня, тихо, не двигайся, Дрюнь. Не двигайся, Дрюнь. Да давай! Нихера, да второй. Тихо ты! Я ж тебе говорю! Тихо. Сейчас увидит вас. Нет, не увидит. Ну они, по-моему, палят не в ту сторону. Может быть, мы раз мы спиной? Дрюня, их трое, как минимум. А где третий? Ну в здании где-то. Они организованно подходили, двое. Ползет. Да сука, тут прям пул-триггер, прям так и просится. Блин, Дрюня, не вижу. Тихо. Камеру. Идеальный момент! Дрюня, не надо, не торопись, выжидай. Пока не припрёт. Там есть чел на 150. Я пока слежу за челом, который... Гранаты есть? Нет. Да. А, нет. Гранаты, что ли, прямо на чувака кинуть? Я бы предложил. А давай, кстати, на самом деле... Чи-чи-чи. Это же прям. Ну, попробуй, если ты такой псих, ну. Вот видишь? Это не я. Нет, я говорю то, что есть уже люди, которые. Вон справа еще бежит один. Сейчас начнется веселуха у них. Цитерана! Да? Пока, Дрюня. Да,
Привет, ребятки. Просто сморкаешься, что ли, тебе ракетами? Че? Сморкаешься этими ракетами, не послышал. Ну, харкаешься. Ну, типа, они там откуда-то из-под этого самого летят. Просто вам, блядь, ты такой. Такой, я вообще не парюсь по жизни. Тогда? Это машина об этом теперь. Че ты за артиллерийное? Это вообще честно? Но я за это заплатил 3 миллиона. Так что это честно. Но мы, если что, все почистили. Мы едем. Да. Моя машина все почистила. Мы уже на полпути. Окей. Издевательство. Просто кристальная, блин, победа. Реки Тайчи, наверное, можно пройти за 3 часа. Ну вот я уже пошел гуглить. Давайте ограбим, а потом будем все гуглить, кому что захочется. Че там? Праздник. А, Фен уже сидит за рулем. Черт. Да. Я так и побежал на неё. За твой... Классное ограбление. Знаете, какая первая мысль была? Когда ты я мне это... РП плюс 130, да? Хочешь, Мири? Да! Челлендж комплитед мне написали, окей. Стой! Стой, падла! Хотя, тогда скорее как петухи. Просто байкеры не как курицы, я к этому. Это главное. Это главный месседж моего... А будете, павлина же не сильно хорошо летает, да? Я забыл просто. Ты красавчик. Так, о! Чё? Я просто не помню. Да я вообще не по этому поводу. Так, выехать, выехать из воды. Фух. Так, если предположить по-другому. Ох, сейчас будет чуть чувство полета. Блять! Сук! Черт! А я как-то думал, наоборот будет все. Просто в сухую минус 60. В смысле? Ну, просто там, типа, есть прикол машины, если мы прилетели. Она... Если она куда-то там в длинном эксплуатировании или в каком-нибудь говно. Красиво. Да, fuck you. Окей. А так. Все равно будешь полосатый, да? Ну, ты все равно будешь полосатый. Нет? Полосатый. Ну ладно. Па-па-пам, я полный на болот. Ой, тут вертолет горевший. Это пипец, пацаны. Так. Мы стараемся. Это кто? А, это Фен. Мне показалось, это бот какой-то ахнул. Не, все нормально. Это все я. Может, не все машины будешь взрывать, а то, может быть, на одной мы слиняем. Нет, все. Это я чуть еще не стреляет, зараза, из укрытия. Стреляй, давай. Парни, главное живите, мы уже почти на подходе. Все, мы это. Все, да, все уже все живые. О, это что за чел с вами в качалке? Можешь его убить?
Сам всё, слезаем потихонечку. Так, парни, мы вас... Ждём? Верим, верим в вас. Я в этом смысле, живите. Мы поехали. Чё? Куда не надо здесь спуск? Я же говорю, аккуратненько. Я стараюсь только сейчас шквальным огнём прикрывать, но не садить тут скейтбар. Помогите! Я поднимаю. Да я уже у него тут. Там просто двое, смотрят прям на тебя. Теперь я тоже приду. Ну ща, подожди. О, да! О, нет! Оу! Оу! Классика! Переведите свои столики в вертикальное положение. Какого хрена? Что происходит? Паника! 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 Так не дерево, так фен собьет. Все нормально. Тебе не хватает. Фен! Это фен! Стоп-кадр клевый. Во, видели? Ага. Лидер этой го... Да ну тебе. Я отказываюсь играть с этим человеком. Левай. Ну вот и Ливану. Ну и давай. Вот и уйду. Да ну нахер. Боже мой, чё, как же он дебошит. Ёбы. Я бы с удовольствием сейчас бы бросил геймпад, чтобы все услышали. Ты о, господи, вот сейчас не пугай. Так, все, я наклею. Я вот только хотел сказать, Саня, наверное, тупой человек. Ага, нашел. Сзади. У тебя сзади. Ой, там пулемет. А, и он не умеет туда поворачиваться! Уйди, господи боже! О, господи, я сейчас на статую насажусь. Шасси. А, точно. А, куда ты? Что она мне делает? Как эту херню управлять? Я могу управлять самолетом, но не такой херней. Ну и просто куда-то полетело непонятно куда. Ясно. Асель. Где? О, ты даже выше мог идти. На вот прямо садись это, на балкон. Да я просто вас не вижу, вон они. Вот мой. Вот прямо налево на. А если без шасси, интересно сидеть? Понял, молодец. А, блин, же здесь список того, как кто как бьет, а я ок. А как шарик передвигать? Треугольник зажимаешь. А. Просто фен в перерывах между текстом и монтажом на самом деле задрачивал эту игру. Стоп, что? Не та кнопка! А чё не та кнопка? Ты чё ты там говоришь? Что произошло? Ты не говоришь, что на тебя упал мой вертолет?
По-моему, на меня какой-то вертолет сейчас упал. Серьезно? Сука. Тут ты тёс. Пока есть мотоцикл, пока нет. Дрюня, мне показалось, тоже попытался всем состыковаться. У нас есть шанс, состыкуемся. Ага. А, да, кстати. Вот вы меня лучше выбейте из этого странного положения. Я могу тебя только пострулять. Не надо. Сейчас, сейчас все будет. Меня сейчас полицейские будут стрелять. А, ты уже все, да. Я думал, ты уже отбился от поисков. Нет, они за мной летают, что-то на вертолетах на своих странах. Так, не получилось на таран пойти. Может, реально ракеты? У меня же бронебойные. Давай, Фен, жми, 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 выжимай. Да я жму. Только я на месте стою. Окей, ладно. Пошли, Сань, возьмем по машине и будем его сейчас выпихивать. Я Лестеру позвоню. Почему у нас всегда так происходит? Вон, бежит, 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 бежит к Фену уже, Маш, чувачок. Так, все, от меня отвязались копы, поэтому... А, точно ж, надо было копы. А, все, меня сейчас поезд выбьет из этого самого. Будет все нормально, ух, если блин, я не взорвусь. Помните, я говорил о том, что все будет нормально, если я не взорвусь? Сохранить. Вот. Я, насколько помню, меня прям аж как будто уши лизнуло, когда ты говорил там стоп. И... Вот в конце вот. Ну я знаю, что это намеренно, но вот как будто... Лизнула ушко прям, да, знаю, знатно. Я говорю, Фену надо это самое, если... Нет, ладно, я лучше не буду помнить проект. СМР, что ли? Я очень неудачно, очень громко и... СМР. Я понял. Да нет, все, смотри, вот просто сейчас потолок пустит, он сейчас шара точно попадет и в ломку. Мне кажется, он оставил только себе эти самые маячки. Ёпо на мать, как он это делает? А слава богу, будет закрытыми глазами. Я тебя... Да ну. Вот тут нужна фраза Фена. Вот, все, он разыгрался, бла-бла-бла. Ничего, ничего, сейчас новую пирамидку поставят. И ничего не произойдет. Вот! Как она тут оказалась? Быстро, Вань, быстро. Молодец. Ее, я наконец-то разбиваю пирамидку. Ну? Ниу, вау, может, я реально потом пойду себе кота приготовлю, вы там все разобьете. Мне послышалось, кота приготовлю. Кота. Пойду-ка я себе кота приготовлю. Рыбака. Будем сегодня кушать кота. Гранатомет, Фен. Гранатомет — это не эстетично. Ну, с каких это пор? Не знаю. Да, и снайпу такую достал. Да я потому что не понял, там что-то... Это машина там плавает? Я вот... Да. Окей. Я озадачен.
Нифига. Раз, Андрюша такой инвалид, то давайте за него продолжим все разбивать. Как так? Это же, блядь, комбо. Великолепно. Это самая лучшая игра в покер за последние несколько. Сказал чувак, проигравший все деньги. Так блин, у меня я не проиграл. Все деньги я. Я все не проиграл сразу, у меня просто с первыми с картами не повезло. Если бы там выпало что-нибудь другое, я могу. А что, а почему я могу? А я очередь. Окей. Просто у меня почему-то был только. Потому что у нас денег больше нет. Все, блять, просто. Блять, какой позор. Нормуль. О, ебать. Да ты охуевший. Откуда у тебя такие карты, капец? Я пошел отсюда, идите нахер, да? Откуда у тебя такие карты? Блин, мне повезло только во втором ходе, и то, блин, мне не повезло потом в конце. Какого хрена? Ты понимаешь, в чем, блядь, проблема? Чувак просто вытягивает два туза с нихуя. А я как он только убил крошку Ти, мне сразу написали то, что вы гоните в отель, чтобы убить этого. Я такой подумал, вы приехали только, я решил, не буду вас отвлекать, развлекайтесь. А мы хренью страдали пока. В смысле, ну ладно, мы приехала, короче, огневая поддержка, все нормально. У меня и тоже есть друзья, мои друзья. Мои друзья уже. Я без понятия, кто такой Терренс и где он был, и как я его убил. Да, я его как-то убил. Ракеты тут классные. Ты хочешь вроде в Бэтмобиль прикольные ракетки есть, все дела, но, блин. Мне почему-то охота ту простую машину с таким, как простая машина, и такой впендюренный вот этот вот, как он называется, двигатель здоровый, вот этот, турбина. А-а-а. Господи, ты там лежишь, нет, лежит. Помню эту месть, когда начинаешь, там бегаешь, пытаешься, ну, чтобы тебя не убили, все дела. А тут приезжаешь сейчас чуть ли не на танке, вот таком вот, издалека, и ты просто всех убиваешь. Yeah. Нормально так. Так она, собственно, поэтому так дорого и стоит, что, типа, всякие ограбления и так далее, куда ее можно брать, они превращаются в цирк. Когда ты приезжаешь такой, я Бэтмен! Вспомни ту же Груму, да? Вот, да. Бэтмен! Именно так. Я обосрался. Прямо передо мной последний, ну как, рядом со мной последний.